Это первый выпуск художественного отделения по предпрофессиональному образованию. Ребята учились 5 лет в школе искусств, хотя многие держат в руках кисти и краски почти с рождения. Это было самое лучшее время в моей жизни, потому что художественная школа наполнена множеством творческих прекрасных людей, учителей, которые не только учат тебя рисовать, но еще и прививают любовь к искусству. 21 выпускник представил свой индивидуальный проект. Причем недостаточно было выбрать сюжет и написать его, необходимо было презентовать и объяснить зрителям и комиссии, почему выбрана эта тема и какую смысловую нагрузку несет работа. Главные персонажи моей работы – это девушка-выпускница и девочка-первоклассница, которые, по сути, являются одним и тем же человеком, просто в разных возрастах. И идея в том, что многим навыкам мы учимся в школе. И вот колокольчик – это как символ того, что вот в школе мы проходим весь этот путь взросления, и это в огромной мере влияет на наше становление личностью. Картины выполнены в разных техниках и стилях. Выпускники выбирали те формы, в которых добились наивысшего мастерства. Сегодня первый выпуск детей, которые выпускаются по предпрофессиональной программе. То есть это детки, которые самые-самые-самые. Которые очень творческие, очень способные, очень трудолюбивые. Ну, кто-то побольше, кто-то поменьше, но вообще-то это экзамен и для них, и для нас. Потому что раньше была программа общеэстетическая, вот, а сейчас мы разделились, значит, на общеразвивающую и предпрофессиональную. Так вот, предпрофессиональный выпуск у нас первый. То есть это как, в какой-то степени это и для нас экзамен. Художественное отделение школы искусств – одно из сильнейших. Его выпускники становятся не только дизайнерами и архитекторами. Среди них есть блестящие математики и врачи. Главное – все они остаются людьми искусства. Мария Шматкова, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцова».